Уже в сентябре во всех школах страны запустят антибуллинговую программу. Методику под названием «Дос Булаек» вводят для борьбы с насилием и травлей среди детей и подростков. Для разработки проекта взят опыт Финляндии. Участие в нем примут не только школьники, но и учителя и родители. Из-за сильных различий в возрасте и восприятия стрессовых ситуаций антибуллинговую кампанию разработали отдельно для каждого школьного звена. Учащиеся будут придумывать различные проекты, выполнять интерактивные занятия, участвовать в школе медиации для того, чтобы они и их одноклассники не подвергались издевкам и унижениям. Сейчас пилотный проект запущен в 50 школах 9 регионов страны. Согласно нашей программе, в каждой школе создается антибуллинговая программа. Прежде всего, ее возглавляет руководитель школы, заместители, социальные педагоги, психологи, активные педагоги, у которых есть хороший опыт. Это дети, сами дети из самоуправления, которые очень активно могут помочь в решении тех или иных вопросов в рамках антибуллинговой программы.